О войне. Это прежде всего память о людях. Десятки горожан собрались на мемориале «Землянка» в канун Дня Победы, чтобы почтить память ушедших именно отсюда в 1941 году канских солдат. Перед началом представления со словами благодарности и пожеланиями выступили представители властей. Пусть в наше непростое время сегодняшний день замечательный и трогательный. Пусть он станет символом мужества, символом веры и любви к своей родине. Затем присутствующие почтили погибших воинов минутой молчания, которая закончилась под залпы автоматов. Театрализованное представление подготовили студенты библиотечного колледжа. Ребята поведали собравшимся об авторах, которые писали о войне и сами на ней присутствовали, и которым в этом году исполняется 100 лет со дня рождения. А также о том, какие эмоции и чувства испытывали девушки, отправляя своих парней воевать. Старайтесь вернуться назад. После театрализованного представления все собравшиеся могли отправиться на полевую кухню и попробовать перловую кашу. Татьяна Бринкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.